Потом был ночным сторожем в церкви, паломарем в храме. Ходили в декілька театрів на кастинги. Ой, ёлки-моталки. 5 декабря 2020 года я буду 25 лет на телевидении. Одним словом, життя – це. Это причесывание ребенка. Что было после? По городу меня до сих пор называют кукарачем. Шкідливі звички маєте? То есть я жил при родителях. Это все-таки наложило некоторый штамп, когда я остался один. Для нього діти – це не лише привід для посмішки. Це є сенс його життя. Сьогодні в «Зе-ексклюзиві» ексклюзивний гість. Телеведучий, відомий ведучий дитячих програм. Володимир Крутоус, вітаю вас. Аналогічно. Як настрій, Володимир? Достатньо хороший, достатньо веселий. Група, яка участвує в зйомках, поднимает настроение, ведущая замечательная, поэтому дякую. Все как бы хорошо. Дуже приємно, все навзаєм. Пане Володимире, ви таку велику частину свого життя присвятили журналістській роботі, роботі ведучого, особливо дитячих програм. З чого все починалось? Чому саме дитячі програми? В 1995 году, 5 декабря, вийшла перша програма «Кукарач» на каналі ТВ-центр. Угу. До этого было несколько месяцев подготовки. Вот с этого времени и началась моя телевизионная деятельность. До этого я занимался. Я ходил просто в несколько театров, угу. Студенческих, молодежных театров. То есть, как бы морально я уже был готов к тому, что я стану ведущим, телеведущим. Угу. Жизнь просто сложилась таким образом, что я стал телеведущим именно детской программы. Может быть, от того, что она достаточно, эта тема, именно детская тема, достаточно мне близка по причине того, что, ну, детство, наверное, осталось. Осталось с тех давних времен на тот момент. Угу. Поэтому это как-то было близко. Мне было просто это интересно. Потому как денег мы тогда не зарабатывали, наша группа выходила почти 2 года в внештатном режиме, то есть денег не было, но сам процесс, само действо всей группе нравилось, в том числе и мне. Так как я был на острие, поэтому я как бы выражал мысли всей группы, был телеведущим. Вот так. Ну, повернемося ще до цієї теми. Ви сам з Кіровограду. Да, так. Я урожденный кировоградец. Родился в каком-то году в Николаевском роддоме, поэтому я говорю, я кировоградец. Родители не кировоградские. Ага. Они приехали, мама приехала с Кировоградской области, папа приехал с Черкасской области. Вот они здесь встретились, и появился я. За фахом вы взагалі на кого навчались? Я закончил институт, Кировоградский институт сельхозмашиностроения, угу. Нынешний университет. Так. По специальности инженер-электромеханик, автоматизация сельскохозяйственных ферм. И как допомогло в житті? Достаточно, ну, тут надо говорить всеобъемлюще. В то время, когда я заканчивал институт, у нас была очень бурная студенческая жизнь. По сути дела, я, пожалуй, наверное, на какой-то волне, вот, не особо задумываясь, куда я иду, чего я иду, я пошел в КИСМ. Угу. Но меня там просто захватила студенческая жизнь, потому что я был там в студенческом правкоме, я занимался активист. Самое... Да, я был активистом, в том числе ходил в театр студенческий.
Тогда началось второе возрождение КВН, я участвовал в КВН, поднимали гордо, так сказал, просто участвовал в кисловской КВНовской команде. Ну и просто самодеятельность. Занимался самодеятельностью, участвовал в сценках, помогал разрабатывать какие-то сценарии, ну, как-то так. То есть достаточно яркая была студенческая у меня жизнь. Тобто все ще з юних років пішло така творча, я маю на увазі, творчий напрям. Да, со школы. Фактически у нас в школе был замечательный преподаватель, учитель Людмила Лозовая, которая создала школьный театр. В этом школьном театре я занимался, а потом, ну, потом как-то так жизнь сложилась, что мы потом уже вместе с ней работали через какое-то время. То есть как бы это все дело продолжилось. Ну, фактически Людмила Лозовая мне дала путевку жизни в плане актерствования. Но вы фактично мріяли стати саме актором? Ні. Ні. Я, честно говоря, никогда не знал, кем я хочу быть. Ну, як це? Ну, будь-який хлопчик, особливо в дитинстві, мріє. Вже про щось конкретне. Ні, ну, з самого дитинства я мечтал бути воєнним. Но так как со здоровьем у меня не сложилось, поэтому я начал, там, например, делать солдатик. Там з дерева, з пенопласта, это отдельная тема. Моя фактически вылилось вот это моё стремление стать военным туда. Ещё я немножко умел рисовать, совсем немножко. То есть я сейчас говорю, что я рисовать не умею. Но умел вещать, говорить. Это у меня достаточно хорошо получалось, поэтому как-то так получалось, что меня в школе, потом в институте я чего-то вел, где-то выступал, поэтому это как бы уже было, как бы уже было предположено, что я этим буду заниматься. Потому как с технической специальностью у меня не сложилось, к концу института я понял, что инженер с меня нет, электромеханик с меня нет, хотя как-то так странно получилось. Это один из самых смешных моих несколько эпизодов жизни, когда мы на практике, в студенческой практике отрабатывали в гараже. Я так понравился главному механику, что он мне предлагал оставаться в гараже работать. Что-то я там такое взял. У вас своя локация, так была? Да, да. Он как-то так предложил, как-то там я чего-то где-то треснул, а оно там где-то что-то заработало. Ну, сказали, что, в общем-то, инженерный персонал так и работает, поэтому мне предлагали. Затем, когда так сложилось, на более старших курсах в дипломной практике я помог там даже некоторые усовершенствования зернохранилища как-то, я так до сих пор не понимаю, каким образом. То есть мне как бы предлагали остаться. И первая работа, я по-моему, первая работа моя была ассистент кафедры, ассистент кафедры автоматизации Кировоградского института сельскохозяйственного машиностроения. Ну, то, что залишилось там. Да, получилось так, что я остался там. Ну, так сложилась жизнь. Я как бы особо не задумывался над тем, что со мной дальше будет. Ну, вот жизнь шла, она шла достаточно интересно, поэтому, когда мне предложили остаться преподавателем, то я работал преподавателем, секретарем государственной экзаменационной комиссии. То есть ничего как-то себе. Так жизнь пошла. Но я потом всех сказал, стоп. Дальше мне это не интересно. Общение со студентами мне нравилось, а вот выкладательская деятельность. Да, преподавательская деятельность мне очень нравилась. А вот сам предмет, который я преподавал, не очень. Поэтому так сложилось, что а тем более это еще совпало с перестроечными вот этими тяжелыми годами. В конечном итоге я ушел с института. И потом много чего перебрал в своей жизни. Это отдельный роман можно писать. Ну, давайте начнем его писать. Давайте. Что было после? Сейчас произнесу это. Поклейщик кромки мебельных... Ой, елки-моталки, сейчас вспомню. Короче, мебель. Я клеил кромку мебели. Ну, зарабатывал деньги, да. Это было на Соколовке. Транспорт не ходил, поэтому я ходил в 6 утра пешком от автовокзала и потом ночью возвращался. Ну, достаточно интересный опыт моей жизни. Я проработал там почти 1.5 года, а потом ушел. Потому что понял, что
Это тоже не совсем мое. И затем еще где-то работал. Потом был ночным сторожем в церкви, паломарем в храме. Да. И параллельно работал на телевидении. Дуже цікавий, неочікувано, якщо чесно. Ну, как-то достаточно интересный опыт. Я с удовольствием его вспоминаю, потому что это было обалденное общение с совершенно разными людьми. С приводу журналістської діяльності, ви сказали, що до того, як ви почали вести дитячі програми, ви ходили в декілька театрів на кастинги, я так зрозуміла. Ні, це було? Надо просто знати специфіку нашого міста. В 90-ті роки це вже фактично закат нашої театральної, як це правильно сказати, наших самодеятельних театрів. В кінці 80-х у нас було дуже багато театрів в самому місті. Я лично ходил, был у меня такой период, когда в течение где-то полугода я ходил 3 театра одновременно. Это любительская экспериментальная театральная студия при Доме учителя. Затем наш Кисмовский театр, у нас был такой политический театр, долой их, нет войне, ну, факт тот, что ходил. Руководил Борис Ильич Дюченко, а ЛЭЦ руководил Николай Константинович, сначала Николай Константинович Горохов, а потом Эдуард Владимирович Жирановский. И затем я еще, как-то так совпало, это уже на последних курсах института, я еще и в третий театр, мне что-то двух не хватило, я ходил еще в 9-е училище, там Жеребцов. Жеребцов руководил театром «Этап». И там я тоже даже сумел поучаствовать в 2 спектаклях, огромных спектаклях, за что ему благодарен, потому что там это новое знакомство, это новые какие-то роли. Ну, до сих пор с некоторыми людьми с этих театров очень связывают дружеские такие взаимоотношения, которые длятся уже энное количество лет. Перша дитяча програма яка була? Кукарача. Кукарача. Да. Скільки їй років? Ну, вот считаем. Давайте вместе посчитать, потому что у меня с быстрым счетом не получается. 95-й год. 5 лет плюс 20. 25 лет. Вот, тобто, по сути, вы 25 років на телебаченні. На телевидении я 25 лет. Вот 5 декабря 2020 года я буду 25 лет на телевидении. Вот как-то так. 5 лет я проработал на ТВ-центре, затем 19 лет сначала державное телебачение. В 2000 году меня пригласили на государственное телевидение, потому что у них детских программ не было, а эту нишу надо было уже заполнять, и мы своей командой перебрались туда. Ну, а сейчас, сейчас, подождите, 20-й год, минус 2, то есть где-то с 18-го года мы в свободном полете. Что означает вольный полет, взлет? Предприниматели, то есть надо объяснить позицию такую. Угу. В 95-м году вышла первая программа, мы несколько лет проработали и... Собравшись с коллективом своим, у нас 3 человека, мозговая группа, это Наталья Устименко, Юлия Головкина, мы подумали, что нам не хватает, не хватает детей. То есть, объясняю, достаточно интересно на тот момент, это ново, креативно, весело, интересно смотрелось, когда журналистами работали дети. И мы решили, что нам необходимо создать структуру, которая будет заниматься детьми, и эти дети будут тут же сниматься. Угу. И Юрий Смирнов и Вадим Мурованы нас благословили в 2000, даже немножко раньше. Немножко раньше, это получается, в 99-м году они нас благословили, и мы на ТВ-центре создали студию «Кураж». Она неформальная, то есть это объединение детей, которые приходят к нам и получают некие знания. Угу. Фактически мы их консультируем, а затем
когда возникает необходимость, они у нас снимались. Фактически получается так. Эта студия создавалась под две программы. Под программу «Кукарача» и программу «Засынайка». Угу. «Засынайка» — это для самых маленьких. У нас там были дети-телеведущие, они рассказывали сказки. А в программе «Кукарача» они делали сюжеты. Они выходили на опросы. Они придумывали сюжеты вот изначально. Тобто повністю діти саме займались. Ну, ви розумієте, тут специфіка роботи дитячих телестудій. Дитяча ідея приймається. Дитяча ідея приймається, затем вона обрабатывается взрослими. Тобто, за все время моєї роботи я встречал несколько только геніїв дітей, которые могли прийти і сказати, я хочу вот это делать, и сами же снимали. Ну, угу. Тогда еще же специфика была такая, что снимать-то можно было только на видеокамеру, VHS, и камере должен был прилагаться оператор. То есть сейчас тогда телефонов не было. Это сейчас уже ребенок, в принципе, может этим заниматься. Все одно, чому ви зробили ставку саме на дітей? Та, наверное, потому что я всю жизнь не говорил, что я не буду учителем. Вот это так-то, это называется сверху палец так пришел, сказал, а ты будешь заниматься, ты будешь заниматься. Ну, вышло. Ну, как-то, да, как-то так получилось, оно сложились обстоятельства. От ви згадали за Кураж, керівником якого ви є. Я знаю, що нещодавно студія представила фільм. Да. Ну, давайте мы начнем с того, что студия «Кураж» вот с 2000-х годов постоянно выпускает какой-нибудь фильм. То ли это маленькие сюжетики типа веселых каких-то историй, либо когда мы уже подросли и осознали, что мы можем снять чего-то больше, то мы снимаем большие полнометражные фильмы. На счету нашей студии детской кинотелестудии «Кураж» есть несколько полнометражных фильмов. Это первый фильм, который мы сняли большой сами. Это «Белая карта». Затем второй, это позапрошлогодний, «Две червоні ВЖЗ». И вот в этом году мы представили зрителю, то есть мы закончили этот проект, называется «Клёвн». Сразу говорю о том, что у нас есть любимая тема. Это тема, это мистика, не мистика, вот волшебство. В нашем фильме обязательно присутствует волшебство. То есть мы оставляем за собой право в любом фильме вставлять волшебство. Насколько это получается, это уже судить зрителю. Что такое клёвен? Сейчас скажу. Это цирковый блазень. Это шут. Это, ну, вот, паяц. Сценарий пишете вы? Не, не Також я. Діти? Не. Не. Значит, давайте я сразу объясню, как у нас происходит этот процесс. Достаточно интересный. Мы забрасываем детям идею, что мы хотим снимать кино. Угу. Как правило, работает уже подготовленная мозговая группа. Это старшие дети, это 9, 10, 11 класс. Они собираются, ругаются, дерутся, плюются и потом придумывают, чего бы они хотели снимать. То есть детектив, фэнтези, приключения, триллер. Если в позапрошлом году дети решили, что они будут снимать фэнтези приключенческое, то в прошлом году они решили, что они хотят снимать триллер. Ну вот... Идея была придумана, они участвуют на начальном этапе, они так, сначала участвуют на начальном этапе, они придумывают идею. Так, эту идею разрабатывают уже взрослые. Наталья Устименко пишет сценарий, затем этот сценарий дается детям, и дети туда вводят уже некие детские молодежные словечки, вот такое, то есть адаптируется... От нинішньої сучасності. От так. Де ви берете фінансування? Звичайно ж, не можу не задати це питання. І апаратура у вас своя стаціонарна? Два дуже хороших питання. Фінансування нету. Я от в цьому году осознав, що головне фінанси – це наші друзі-знакомі, які нам просто допомагають.
локациями, своим участием. Ну, вот как-то там. Ну, смотрите. Локации у нас были бесплатно. Например, в этом фильме. Это красивые заброшенные заводы в центре города. Объясняю, почему в центре города. Не заводы, помещения заброшенные. Потому что денег на перемещение нету. Поэтому Наталья Олеговна Устименко и Владимир Васильевич, навешавшись аппаратурой, может двигаться от центра максимум на 2 километра. Дальше мы умираем. Поэтому помещения искались в центре города. И там снималось. В прошлый фильм... «Дві червоні вежа Z». По гриму нам помогала Света Харламова. И слегка поучаствовала Наташа Горбачева. Это наши просто хорошие друзья. В этом фильме участвовала Наташа Горбачева. Ну, вы же понимаете, да, что это все стоит денег. Помогает, кто чем может, звичайно. Да, но так как нам сказали, мы хотим поучаствовать. Добрая аппаратура. Аппаратура. Она у нас была. До 26 августа. Потом ее не стало. У нас, оказывается, появились фаны, которые просто украли эту аппаратуру, но они оставили нам фильм. Они оставили карман. Все украли, оставили только карман с фильмом. Доброзычливые. Да, поэтому, ну, спасибо им. Вот как-то сейчас аппаратуры у нас нет. Ну, фильм хотим снимать. А как снимать будем, еще не знаю. Де можна подивитися презентований фільм вже? Значить так. Ми ще хочемо ближайшу недельку-дві, може бути, ми ще покажемо, зробимо небольші прем'єри, нам пропонували по місту його повозити. А потім він просто з'явиться, я думаю, що в марті місяці, якщо нічого не зміниться, в марті місяці він з'явиться на Ютубі. Як, в принципі, всі наші фільми, вони з'являються на Ютубі. А що зробити, щоб в кінотеатрах були ці фільми? Апаратура. Угу. Совершенно верно. Та апаратура, которую ми знімали, вона не дозволяє дати то качество, которое нам необходимо. Тут біда, ну, как на мой взгляд, біда провинциальних студій в чому? В тому, що они из самодеятельных штанишек вышли, а профессионалам не дотягивается. Угу. Вот и мы, опять же, снова-таки зависли вот посередине. То есть мы делаем лучше, чем обычная какая-нибудь самодеятельная группа, которая вот захотела, называется, мы снимаем. И сняли чего-нибудь. Бога ради, ребята, снимайте, потому что вы должны как-то проявиться. А до профессиональных каких-то еще вершин... Да, в чем-то расти надо. Надо иметь аппаратуру. Ну, и надо иметь хотя бы какое-то финансирование. Потому как фильм... Понимаете, тут какое дело. Для того, чтобы... Сценарий как пишется? Идея придумывается. Великолепная идея. Мы от очень многих идей отказались только по одной простой причине. Просто финансирования. Элементарного финансирования нету. Вообще. То, что мы заработали... С Натальей как предпринимателем мы в этот же фильм вложили. То есть, что такое безбюджетный фильм? Нету затрат на операторов, на ремеров, на локации. Нету. Но все равно какие-то небольшие деньги, они все равно тратятся. Ну, вкладаете уходят. Вы особисто. Да, безусловно. В первую очередь. Тобто подальша доля все ж таки цього фільму – це YouTube-платформа. Да, YouTube-платформа. Добре, скільки зараз в Куражі навчається діток? Як взагалі потрапити туди? Скільки повинно бути років малечі? І що за це має платити мати, батько? Значить, смотрите. Я займаюся молодшою групою. От так сложилось в этой жизни, що я уже, ну, уже подождите, в этом году буде 20 лет. От 20 лет я займаюся самыми маленькими. Сначала мы хотели набирать деток 6 лет. Но отказались от этого по разным причинам. И в первую очередь объективным, потому что ребенку нужно быть немножко более организованней, более собранным. Это уже начинается с 7 лет, когда ребенок уже учится в школе.
Ну, знаешь, что такое дисциплина. Дисциплина, он организован, он сосредоточен. Поэтому, как правило, мы принимаем 7 лет. 7 лет и где-то до лет до 17. Вот у нас такой круговорот. Вот а они сколько приходят. Коштує навчання? Сейчас это стоит где-то около 500 гривен в месяц. И кого, по сути, вы выпускаете? Значит, смотрите, мы выпускаем людей, мотивированных продолжить заниматься, в первую очередь, заниматься тем, чем они занимались у нас в студии. Это актеры, режиссеры, телеведущие. В этом году у нас 3 человека поступили: режиссер, актер и телеведущие. Вот 3 человека, у нас 3 выпускника в этом году поступили. До этого тоже ребята поступали по этой специальности. Вы понимаете, тут в чем дело? Мы даем некие знания ребенку, в первую очередь, для того, чтобы хорошо адаптироваться в обществе. Умение говорить, умение адекватно общаться с совершенно разными людьми. Хочешь, не хочешь, мы проводим их через стрессовые ситуации, потому что съемка в телевизионной программе – это тоже стрессовая ситуация. Развитие памяти, развитие речи, актерские навыки. Если выйдет нормальный человек, адекватный, который сможет адаптироваться в этом обществе, то фактически мы свое задание выполнили. Хотя и люди есть, которые поступают, продолжают это все дело, то есть они выбрали себе это будущее специально. И вот готовятся очередные ребята, которые тоже хотят продолжить эту деятельность. Ну а дальше как жизнь сложится тут? Особенно в нашей стране загадывать, что ты будешь именно завтра телеведущим, или телережиссером, или киноактером, ну тут невозможно. Или режиссером, или инженером. А ви от строгий, ви могли ви по відношенню до діток? Чи ви таку роль граєте, ну, більш доброго поліцейського? В різних ситуаціях це відбувається по-разному, тому що діти достатньо відкриті, і опит вже спілкування з ними вже видно, коли потрібно бути добрим поліцейським, а коли потрібно бути злим поліцейським. А від чого в своїй роботі ви отримуєте найбільше задоволення? Та фактично від спілкування з дітьми. Потому что они умеют как вытянуть всю энергию, так и ее дать. Возвращаясь к деткам, какого возраста приводить. Вот мне недавно привели ребенка почти 6 лет. То есть через месяц исполняется 6 лет. Ну, ребенок достаточно организованный, и видно, что ему очень хочется быть здесь. С ребятами вот, заниматься. Детский садик. Девочка, она терпит целый час. Она выполняет все команды. Вот она терпит, терпит. Потом только открывается дверь, когда занятие закончилось. Все, она превращается в вот этого почти 6-летнего ребенка. Она отрывается. А родители говорят, она хоть там что-то делает. Ну, делает. Ну, бачите, дисципліна робить свою справу. Так, да, я завжди всім родителям говорив і буду говорити. Наша основна задача на перших месяцах и фактически годах обучение – это причесывание ребенка. То есть не забивание его, а именно причесывание, то есть организован. Я очень люблю, когда дети энергичные, живые, вот они там чего-то там бегают, вещают. Но я очень не люблю, когда они выходят за эти рамки простого ребенка, непростого ребенка, а когда они просто начинают баловаться. То есть вот в баловство, когда это превращается, это я не люблю, это я становлюсь плохим полицейским. У меня очень хорошо разработан голос, поэтому они знают, когда я начинаю повышать голос. Коли вже злим становитись. Да. Зрозуміло. В принципі, у вас багато проєктів було за весь період професійної діяльності журналістської. Який вважаєте найголовнішим, найефективнішим, можливо? Ну, пожалуй, наверное, все-таки Кукарача остається все-таки вашим брендом. Вашим брендом. Да, да, пожалуй, это так надо называть. Это так и осталось нашим брендом, потому как по городу меня до сих пор называют Кукарача, поэтому, ну,
действительно оно запало. Хотя, что-то так вспоминается, подростки типа 5-6 класса, они делали вид, что они не смотрят программу. Но сейчас они уже подросли, это уже сколько лет прошло? Лет 10-15, но они теперь узнают. Телеведучий Скропивницького створив унікальне військо в мініатюрі. Да. Дуже неочікуване захоплення, якщо чесно. Нет, почему? Это как раз совпадает с тем, что я фактически эксплуатирую то, что я остался в детстве. То, что я работаю с детьми и то, что я делаю своими руками. Просто так действительно хорошо сложилось в моей жизни, что у меня есть сидячая часть жизни. Это когда я вырезаю. И бегающая – это когда я тележурналист, руководитель, то есть занимаюсь телевидением. Телевидение не позволяет сидеть на месте. Это если ты остановился, остановилась вся деятельность. Вот 50 на 50. А давно вы распочали створювати их? Фактически, сколько я себя помню, я чего-то лепил, делал, вырезал. Начинал с пластилина, а затем оно просто все по нарастающей. Потом у меня была проволока, потом у меня были там какая-то резина, стирачки эти, там, потом каучук, потом какой-то металл, потом какие-то куклы я делал. И потом я остановился, потом я с дерева делал, потом попал в руки... Пенопласт, я из пенопласта начал делать, и вот фактически... Где-то... А зараз чего? Сейчас я делаю, у меня есть два любимых материала, это пенопласт и дерево. Где-то уже крайне лет 7 или 8 я занимаюсь в основном украинской тематикой, все, что связано с Украиной, то есть казацтво, украинство... От пенопласт дерева. От це основне моє направлення. А зараз можна десь подивитись ваші роботи? На моєму блогі. Ні, тобто іноді ви виставки робите все одно, да, так? Виставки проходять. В 2019 году музей Осьмеркина була моя персональна виставка. Я так радувався цій виставці по одній простій причині. При житті я створив себе меморіальну кімнату. Ой-ой-ой. Осознали? Я радовался. Просто, опять же таки, мои хорошие друзья, мои знакомые, коллеги по музею, они предложили провести выставку. Я согласился, тем более это совпадало еще с моим юбилеем. И мы провели выставку. Я предложил им, мы сначала так посмеялись, а потом оно еще и достаточно хорошо получилось. Просто в музее Осьмеркина есть такая комната, которая очень похожа на мою квартиру. Ну, не в плане там старины там все остальное. Вот по атмосфере, по энергетике, вот по свету. И даже стол стоит там, так, стоял там такой стол, который у меня дома, на котором я это все дело вырезаю. И поэтому возникла такая идея. Я гордо назвал «Мемориальная комната мне самому» при жизни. При жизни. И мы сделали такую выставку. Как раз у меня было много работ из пенопласта и из дерева. И мы провели такую выставку. Я гордо ее назвал «Мне». Все мне. Не, ну такая вот выставочка была. Это та, которая была... Постоянно экспонируют, хорошо. Вы, мои работы в художественном музее. Мои работы есть часть в фондах областного художественного музея, есть мои работы. Это еще и звучит как в сакральном отделе. Там есть мои работы. Творче особистий, из всех сторон. Не, не из всех сторон. Я не умею играть на гитаре, я не умею играть на скрипке. Есть еще час навчитися. А со слухом что делать-то? Что делать со слухом? Слушайте, а вы сказали, что вы працювали в охороне в церкви? Ночным сторожем. Это отдельная тема. Сторож. Як це було? Пропоную згадати, тому що ну, мені дуже цікаво. Я не знала такого факту про вас. Назовем это так. Я работал по трем направлениям. Я был днем,
я был завхозом, вечером я был паломарем, а ночью я был ночным сторожем. А як ви взагалі туди потрапили? Ну, так тоже, опять же, сложилось. Тут просто надо объяснить, у меня очень набожные были дедушка с бабушкой. Да. И вот у меня какая-то мысль была, если я не устроюсь в этой мирной жизни, я уйду в религию, стану священником, там вот. Я это понимал. Как-то так. А потом действительно сложилась так жизнь. Когда я был безработный, мне предложили послужить в храме. Это у них называется не работа, это называется служба в храме. И вот так сложилось, что несколько, некий период я там служил. Познакомился с очень интересными людьми. Это тоже отдельная тема для разговора, потому что, ну, действительно интересные люди, как меняется их жизнь. Ну, вот как-то так. Яке ваше відношення до релігії? Ви вірите в Бога? Да, я вірю в Бога. Но я вірю цивільно. То есть я каждое воскресенье хожу в храм, праздники и молюсь себе. Ну, не себе, извините. Ну, я разумею. То есть я неистовый, это как это, верующий. Ну, праздники знаю, по воскресеньям хожу, ну, как-то так. Скажіть, чи є якась людина, яка підтримувала вас впродовж от всього вашого життя? Вы знаете, мне, наверное, в жизни повезло, что у меня были, есть друзья, с которыми были, есть друзья, с которыми мы, которые мы, так, мы друг друга поддерживаем. Угу. Вот группа людей, которые... Ну, есть такие люди. Да, есть такие люди. А женки в вашем жизни, какие места занимают? Ну, главное, конечно. Вы одружены? Да, я одружен. Як познайомились з дружиною? На квартирній вечеринці, як положено, все, познайомились, общались і живемо місті. З того часу, як ви познайомились, і по теперішній момент, що змінилось у відносинах? Дуже хороший такий от опит, взгляд. Ми стали друзями-партнерами. То есть некие эмоциональные моменты, может быть, сгладились, но появилось именно партнерские взаимоотношения. То, а чем она сейчас... занимается? Она занимается... Она учитель музыки. Во, вот так. Во, учитель. Ну, я спитала про жінок. Матір ви часто згадуєте? Да, конечно. Яке вона у вас, який вплив вона мала на вас? Маму я всегда любил и, в общем-то, люблю. И вспоминаю ее как главного организатора. В каком плане? Она четко знала, чего, как, куда, зачем, где, почем. Вот такое. Она очень была хорошо организованный человек, у которого все было на месте. Вот. Вот как-то так. Папа у меня тоже, вот, наверное, он ближе, я более похож на папу. То есть папа у меня был творческим человеком, достаточно творческим человеком. Там в капеллу ходил, там чего-то делал, чего-то рисовал. Там такое. А мама у меня, у нас была в семье хорошим организатором. Потому что у нас было, помимо нее, еще трое мужчин. А потом еще появилось двое племянников, которые жили в городе и приходили к нам питаться. То есть она была одна, и нас было пятеро мужиков. Треба было всех зібрати. Да, всех собрать вместе, накормить, напоить и обстирать. Вот как-то так. Поэтому у нее просто выбора не было. Она была организующим началом. У вас дітки є? Ні. У вас всі ваші діти куража? Да, да. Программа – это и ваш скарб, так скажем, так? Да, большое сокровище, которое меня фактически сейчас поддерживает. Выпускники часто згадывают? Да,
тех, кто остался в городе, с которыми мы встречаемся, мы поддерживаем достаточно хорошие такие вот добрые взаимоотношения. У некоторых уже наших первых выпускников уже по двое детей, такие они уже больше 20 лет. Да, 20 лет, еще, почти 20 лет уже есть тех, у кого по двое детей. Чи є щось, за що вам соромно, що ви зробили це у своєму житті? Да, пожалуй, наверное, и нет. И я обещаю вам, что я над этим вопросом еще дополнительно подумаю. Добро, вот на поверхности у меня такого как бы и нету. За что бы я себя там корил, вот я не сделал, я то, вот надо было пойти туда. Единственное, что может быть, это как один из таких жизненных моментов, что мне надо было уезжать из этого города. Кошмар. Ну, вот как-то так не сложилось. Не хватило сил, надо было уезжать. Ну, с другой стороны... Но вы маете на увазі, що перспектив більше в інших містах? А чому? Я долгое время был комнатным ребенком. То есть я жил при родителях. И это все-таки наложило некоторый штамп. Угу. Внутренний и внешний. Поэтому... Когда я остался один, то достаточно сложно было потом входить в жизнь, как, когда ты сам и полностью сам. У меня есть брат старший, который мне помогает. Но ощущение «ты сам» достаточно сложное. И я считаю, что вот это состояние «я сам» человеку надо проходить раньше. Начиная где-то лет в 18, а то и в 17. Чтобы он прочувствовал, как зарабатывается денежка, как ты общаешься. Просто вы были привязаны, так? Да. Батьки? Ну, я сам себя привязал, и мне не хватило сил просто отвязаться. То есть мне вот этот единственный момент, и то он тоже такой какой-то такой спорный. Как для меня, ну... Это життя. Да, это жизнь. А згадайте, от найкращий день за ваше життя. Найкращий день. Можливо, який змінив щось у вас в душі, можливо, або в вашій роботі, в ваших принципах? Та, пожалуй, ви знаєте, у мене бувають дні які. Це сере, коли нічого не відбувається. И бывают яркие дни, когда я на одном месте просто-напросто не сижу. Мне приходится бегать, высуну, как говорится, язык. Я дома не сижу. Хотя иногда работу надо выполнить дома, там, вот я себя там заставляю. Сказать, что у меня какой-то такой был супер день, ну, они... Каждый день. То есть я как-то над этим не задумал. Вот вы мне задали этот вопрос, и я понял, что все дни, в общем-то, хороши. Ну вот пришли до нас в гости, уже день краще стал. Мне улыбается красивая женщина. Тоже хорошо. Добре. Просто замечательно. Пропоную бліц. Попробуем. Улюблене жіноче ім'я. Наталка. Улюблений фільм. А нету. Вірите в Діда Мороза? Да, я сам Дед Мороз. В дитинстві про який подарунок мріяли на Новий рік? Про автомат. Шкідливі звички маєте? Курю. Французьке шампанське чи дитяче? Та, звісно, французьке, хоча я шампанське взагалі не люблю. Одним словом, життя – це. Радість. Продовжіть фразу. Я завжди за. За себе. Я завжди проти. Завіс. Ну, добре, приймається. Ви щасливі зараз від того, що ви маєте? Да. Що ви маєте? Я жив. Я здоров. У мене є близький чоловік. У мене є друзі. Є любима робота. Роботи. Денег хотілося б побільше. Есть любимый город, в который я возвращаюсь как домой. Есть мастерская, в которой я могу работать.
есть люди, которые мне улыбаются. Вне зависимости от погоди і від настроєння. Я вам бажаю посмішок дітей і всіх, хто оточує. І натхнення, натхнення, і ще раз натхнення. На всі ваші нові вироби, проєкти. І всього тільки найкращого. Спасибо. Я вам дуже вдячна. Дякую, що прийшли. Дякуємо вам за те, що ви з нами. До нових зустрічей.